6 часов 40 минут, я в форте, раннее утро, готов к марш-броску. Сегодня меня ждет Римини, аэропорт Флуицияно, потом я лечу в Стамбул, из Стамбула я лечу в Анталию, а из Анталии еду в Кемер. И сейчас 6.40, в Анталии я приземлюсь только в 21.00, так что у меня впереди целый день. Несколько минут, и я в Пизе, где мне надо перейти с одного поезда на другой. Только я подошел к автомату на вокзале, и мне посылают откуда-то сверху ангела. Вот видите? Анна Ферштейн по-русски, и я спасен. Тут очень серьезная система. Не просто так вот зашел в поезд, прятался с билетом. Тебя могут оштрафовать на 120 евро, если, например, вот этот билет не пробит. По заданному маршруту я должен был выйти в Пиза Централе. Ну, я не знал, что здесь полно всяких Пиз. И вышел Пиза. Эс-Росоре. Оказывается, в Пизе несколько вокзалов. У меня есть час, чтобы гулять по Пизе. Главное не опоздать на поезд. За мной памятник какой-то Витторио Эммануэле. Возможно, именно он придумал этот город. Я незаметно удаляюсь, рискуя от вокзала, потому что вот такие улочки, они просто засасывают. 3 часа пути на скоростном поезде до Ромы. В путь! Вокзал Рома Термини, где мне сейчас надо пересесть на электричку до аэропорта. Я в аэропорту Стамбула, меня встретил какой-то добрый пес, у него что-то на ухе прикреплено. Так, давай, чуть тырь-тырь, о какой. Так, турецкий бургер, очень вкусно. 122, Измир, Сефир. Я уже на турецком побережье, еду из Анталии в Аланию, где меня ждет встреча с детьми. Турецкий отель, где меня уже атаковали русско-украинские женщины. Вон она как. Вот прям грудью прижалась вот так вот. Хорошо. И за грудь сегодня трогает. В номере будешь ждать. Сегодня вечером будет весело. После концерта. У нас все включено, Михаил. Музыка. Девчонки. Бассейн. Пиво. Отдых нравится? Тут я, можно. Что понимает под отдыхом, море чудное. Да. Знакомые лица есть в отеле. Все нравится, да. Остальное что? Еда, тренинг. Отель же сказали. Отель вообще никакой. Ну что ж такого невкусного? Вот такое турское все включено. Набрал себе картохи. В принципе, неплохая еда. За Турцию. Из фестиваля Forte Fest я приехал в Турцию на фестиваль Fan Fest. Ваши руки, вас не слышно? Еще громче, вас не слышно? Thank you.
ведущий фестиваля FanFest Михаил Гребенщиков. Приезжайте к нам через год. Лечу в Кёльн. Интересно ощущать себя одним русским вокруг такого количества немцев. Я себя чувствую уверенно, потому что мы войну победили. Я прилетел в Германию. Осталась прямая дорога до Рима, от Рима обратно в Форте. Аэропорт. Стою у трапа самолета. Аэропорт. Ля-ля-ля-ля-ля. Я наконец в Риме. Теперь осталось найти поезд. Как попасть в Форте. Нарисована табличка. Поезд. Трайн. Зато теперь я знаю, что поезд это трайн. Прикольно путешествовать по Европе. Дом-то какой, а? Скажи, не молчи, что любишь меня. Ну вот я наконец добрался до Форта де Марми. Приключение закончилось. Меня встречать никто не будет, да и не провожает. Зачем тогда я еду, если никто не знает?